Этот храм совсем небольшой, не ослепляет великолепием своего убранства. Но история его появления удивительна. Около 10 лет назад семье драматурга Степана Лобозерова подарили икону с изображением святого Иннокентия Иркутского. На тот момент в поселке не было ни одной церкви, и писатель решил во что бы то ни стало ее построить. В 2003 году определили место, где будет строиться храм, и заложили там крест. А закончилось строительство только в 2010. И вот сегодня жители посольска отпраздновали освящение церкви владыки Саватием. В храме прошла божественная литургия с причастием, а затем епископ поблагодарил Степана Лобозерова за его труд. Уважаемый Степан Лукич, награда ждет всякого, кто построил храм. Я лишь только могу в бумажном виде, в форме в такой, изъявить свою благодарность от лица Улан-Удэнской, Бурятской епархии. Хочу вручить высшую награду Улан-Удэнской епархии, архиерейскую грамоту Улан-Удэнской и Бурятской епархии Лобозерову Степану Лукичу. Благословение за усердные труды во славу Божию. Храм меценат передал приходу. Вся забота о нем теперь легла на плечи прихожан. Владыка не может сразу же направить сюда настоятеля. Но это жителей поселка нисколько не напугало. Очень светлое чувство. Знаете, какая-то радость за людей, что вот наконец люди обретут которую, такую ячейку, что где могут они прийти, встретиться и поговорить с Богом. Человек слаб, я убедился. Вот. А где силы брать? А вот здесь благодать в храме. Вот этот храм, раз осветили, это как говорят, кусочек неба. И живет он уже не под властью нашим законам, а живет по своим законам, где даже радиации наши не действуют. Несмотря на все похвалы свой адрес, Степан Лобозеров настойчиво утверждает, что строили церковь всем поселкам. Говорит, каждый помогал, чем мог. И слова благодарности заслуживают все, кто принимал участие. Мария Шалковская, Баир Саганов, Новости дня.